Всем привет, с вами Лего Хэл. Сегодня я каждый день буду делать обзоры на своей самоделке как личные наборы. Это у нас три полипега. Первый это у нас корабль злодеев, громучая змея. Да, это непонятная версия для этого корабля. Кто сделает большую версию, он попадет в следующий ролик. Поставьте лайки. Это у нас храм мастеров стихий. И последний это у нас же, конечно же, Ультра Сити. Но, к сожалению, вы можете сделать, как вы хотите. Здесь, конечно же, главные антагонисты в этом полибэге, как и в этом полибэге. Это у нас главные герои. И у нас же здесь тоже TSP-ные персонажи. Это типа компоненты. Если выйдет игра, я бы хотел, чтобы вышла игра. Вот это по мастерам элементов. И это типа компоненты. Злодейское логово, храм добра и, конечно же, Ультра Сити. Три компонента. В следующем видео покажу вам машину фиолетового ниндзя. К слову, вы готовы спрашивать меня в комментариях что угодно. Ладно, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, повторите мои самоделки и присылайте мне их в ВК. А любой гондон, который меня... надо мной издевается, Дед Мороз вам передаст отдельный привет на новогоднем выпуске. Ладно, всем пока!